Прими ближнего. Это одна из аспектов, одна из частей такой программы. Мы такую программу создали «Помоги ближнему», вот, которая предусматривает гуманитарную помощь, юридическое сопровождение, социальное сопровождение, социальную помощь. Ну и вот в том числе вот мы делаем такие публичные акции, чтобы закликать людей до гуманизма и милосердия в отношении своих соотечественников, приезжих людей, чтобы люди, находящиеся в бедственном положении, инвалиды, там, бездомные, переселенцы, кто угодно, в общем, нуждающиеся люди, могли подойти и согреть себя чашкой, кружкой горячего чая, съесть бутерброд, печенье скушать, вот так вот. Сейчас мы привезли, здесь получается 10 литров, 10 литров, да? Мы почти 8 литров где-то здесь, вот, пока 8 литров. Здесь овсяное печенье, хлеб и прокрученное сало, немножко чеснока, соли, перца. Таким образом, чтобы можно было размазать, но сытно, хоть еще сегодня как 8-й день весны, но все равно еще морозец такой, прохлада держится, солнце пригревает, но оно еще только больше светит, чем пригревает. Через пару часов уже будет холодно довольно-таки. Это не первая акция, это уже третья, но вообще мы занимаемся на протяжении вот недели, мы оказываем помощь тем, кто нам обращается, и закликаем всех людей, чтобы они тоже по возможности, по мере сил своих, оказывали содействие и помогали. Если у них есть какие-то вещи, чтобы звонили и приносили. Вот мы, у нас нет офиса, мы встречаемся пока на Тимирязевской библиотеке, ну, назначенный час. Бывает так, что один человек приносит, и тут же приходит другой человек, который требует помощи. И мы практически сразу вот отдаем. Вот. А в Виннице я проживаю как? Я ухаживаю за женщиной и с проживанием. Моя обязанность у меня проживать.